В Израиле сегодня проходят внеочередные парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. В прессе голосование называют референдумом о доверии Беньямину Нетаньяху. Его главный оппонент – бывший глава генштаба Бенни Ганц. Всего на 120 мест в парламенте претендуют почти 40 политических сил. Шансы Нетаньяху оцениваются как достаточно высокие. В случае победы его партии Ликуд он возглавит правительство в рекордный для страны 5-й раз. Пост премьер-министра Нетаньяху занимает последние 10 лет, а впервые был избран на эту должность еще в 1996 году.